Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня вместе с вами мы приготовим очень вкусный завтрак из лаваша. Я покупаю вот такой армянский тонкий лаваш. Нам еще понадобится 3 яйца. Это будем смотреть в процессе, потому что иногда на такой лаваш нужно всего лишь 2. Далее одна сосиска, один небольшой помидор, граммов 100 сыра и 50 грамм молочка. Значит, нам нужно сосиску и помидор порезать кружочками, сыр натереть на крупной терочке и сам лаваш нарезать соломкой. Сейчас я нарежу и к вам вернусь. Итак, у меня все готово. Как видите, чтобы быстро нарезать лаваш, я его сворачиваю в рулетик, такой вот прям сразу все листы, и нарезаю ножом. Теперь в отдельной емкости нам нужно взбить венчиком 2 яйца, я буду использовать на этот лаваш, и молочко, слегка посолив эту смесь и поперчив. Вот таким вот образом, как мы делаем с вами омлет обычно. Получилась такая вот жидкая консистенция. Теперь мы будем это все укладывать на сковородку. Я разогреваю сковородку на небольшом огне вместе с растительным маслом. Распределяю масло по всему донышку нашей сковородки. И теперь, когда она нагреется, будем укладывать наши ингредиенты. Для начала я раскручиваю, укладываю сюда лавашик. И слегка его поджариваю на небольшом огне. Вот такие вот ленточки получаются. Все, уложила лаваш. Сейчас его обжарю, и мы с вами продолжим. Итак, я поджарила слегка лаваш. На этом этапе лучше его сковородочку снять с плиты, либо же просто выключить плиту и уже заняться укладыванием наших ингредиентов. Для начала мы выливаем сюда смесь яиц и молочка. Вот таким вот образом хорошенечко распределяем по всей сковородке. Далее я насыпаю немножко сыра. И теперь укладываю, ну, по желанию, можно сосиску, можно взять любую колбаску. Можно использовать вообще просто одни помидоры и сыр. Вот так вот все укладываю поверх и посыпаю еще раз сыром, уже более обильно. Все, теперь накрываем крышкой и жарим это все чудо наше 10 минут на слабом-слабом огне. Итак, друзья, снимаем со сковородочки нашу прелесть. Смотрите, как красиво и очень вкусно пахнет. Лопаткой слегка поддеваю по краю и сдвигаю. Наш завтрак готов. Остается только нарезать и подать порции.